Лондоне. А становится время главным часам Великобритании на башне Биг Бен. Нужен срочный ремонт. Часы планируют остановить на 4 месяца. Это станет самым длительным перерывом в их работе. Специалисты пришли к выводу, медлить с реставрацией больше нельзя. Состояние подшипников, маятника, критическое, а стрелки могут даже упасть. Кроме того, нужно отремонтировать крышу башни. Проект реставрации должен одобрить парламент. Планируется, что на ремонт уйдет почти 30 миллионов фунтов стерлингов. Знаменитые башенные часы завели в 1859-м. В последний раз их останавливали в 2005-м для осмотра.